Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура английской премьер-лиги против Ньюкасла. Это была поразительная игра моей команды. Мы очень бодро начали. Все видели игру Дубравки. Мы и сами сделали так, чтобы счет не был слишком надежным. Супер матч. Мне понравилось много аспектов игры, за исключением пропущенных голов. Невероятная игра, невероятная атмосфера. Я еще хочу посмотреть игры в записи и запомнить. Все было хорошо. Вы знаете, шоу должно продолжаться. Сейчас у нас есть 5-6 дней, то есть 3 тренировочных дня. С точки зрения свежести это важно. Доминик Сабаслай получил травму в задней поверхности бедра, но мы надеемся, это не слишком серьезно. Остальные игроки тоже испытывают некоторые проблемы. Это супернапряжение. Но у тебя нет альтернативы, если ты хочешь выиграть футбольные матчи. Несколько недель назад я отмечал атмосферу на Энфилде, и сегодня она снова была исключительной. И в моменты упущенных шансов тоже. Главное, что мы снова и снова шли вперед. Упустив момент, мы опять создавали, опять и опять. И мы забили 4 гола, что само по себе является выдающимся показателем. Я очень рад, что в первом матче нового календарного года Ливерпуль добился победы, обыграв Ньюкасл на домашней арене. Дорогие подписчики и гости канала, поделитесь своим мнением, как вам понравился матч между Ливерпулем и Ньюкаслом. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик.